At 2:30 p.m., Shloime R., a Melamed in the local cheder, is in the butcher shop, paying for a prime rack of lamb. That'll be $132. And so it begins. I know it's not my business, but my cousin in LA saw that people are saying all kinds of things about your husband. Here's the rack of lamb you asked me to pick up for the Shavuot Brachas. It was exactly $132. By 2:53, over 400 people in the community now think they know that there are serious problems with Shloime R., and the news is spreading to Muncie, Lakewood, Lawrence, Chicago, Miami, and L.A. Shloime, people are saying crazy things about you. Did you really spend $100 at the butcher? At 2:29 this afternoon, Shloime R. was a beloved Rebbe and a respected member of the community. By 2:55, less than a half hour later, his reputation and that of his wife and children was destroyed. In the time it took for Shloime to walk home, over 400 people became convinced that he was actually loaded with unexplained money and might be a poor role model for his Talmidim in the cheder. Only none of it was true. If Lashon Hara is like a gun that can destroy a person, Lashon Hara on the internet is like a weapon of mass destruction. How many people have been ruined like this? How many times did we destroy the Beis HaMikdash today? Next time you're about to send or forward an email, text, or post about someone, think before you click. Закрыли ведь синагогу, и у нас была как синагога. Все, что там были, и книжки. Вот я говорю, 13 штук Торы. Торы вот такие большие, тяжелые, нельзя было поднять. Они, конечно, это забрали, но они сказали, что они вернули нам, ничего они не вернули. А у меня был брат тоже очень религиозный. А он им сказал, и они начали, знаете, так грубо все, и кидать начали Тор. Он сказал, вы не имеете права до них дотрогаться. У вас поганые руки, не смейте трогать. Они тоже было его забрали, но его отпустили, конечно. Так они его в психушку направили. Вот такие. Мы пережили много чего. А было, придраться к нему незачем. Они молились, и Тору читали, и книжки читали. У нас был очень хороший круг евреев. То они очень стеснялись. Даже у нас жил такой часовщик. Розенсон Зелик Алексеевич. Они... Он сказал, я даже не имею права на его глядеть. Он, что это святой человек. Так они залезали все, которые нас знали, через забор только к нему. Это. И он вообще-то он принимал, кто к нему приходил, принимал. И халы делала, и все. У нас была большая русская печка, была заслонка, все. И на керосинке готовила все. И он очень много, ему покупали мы
ягод, очень много клубники. Очень много он употреблял клубнику. Уж не знаю, как мама варила или нет ему, но кушан был большой такой стол. Во дворе, двор у нас был большой. Высыпали, и он кушал. И всех угощал. Он был очень добрый. И очень хороший человек. Он благословлял. Каждое утро, когда он приходил, спрашивал, как мы чувствуемся, молитву читал, опять уходил. И дома занимался. Только все время у него были книжки. Он читал и Торы, и книги, все. У нас было много еврейских книг, все. Пожелал нам всем здоровья, и чтоб мы не знали этого горя, какого он перенес. Но он рассказывал, сколько он всего пережил, волосы дыбом стоят. Ужас, как они над ним издевались. Он был 10 дней. Его даже, его вообще-то было, присудили ему здесь отсиживать с кострами. Но он только 10 дней, его провожали. Такой сделали ему, как говорится, прям такие проводы сделали. Они у него, конечно, извинения попросили. И если мне не изменяет память, то у него был отдельный вагон. Вот. И так, в общем, проводили его, конечно, хорошо. Очень хорошо. Rabbi Israel Ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov, nasceu no dia 18 de Elul, de 5458, na cidade de Jakob, na Polônia. Fundador do Hassidismo, Baal Shem Tov mudou-se para a cidade de Mezibush, onde começou a ensinar publicamente as doutrinas da Hassidut. Em uma época onde os judeus analfabetos ou com pouca instrução eram considerados judeus de segunda classe, ele disseminou a ideia de que o judaísmo e a Torá são propriedades de todo o povo judeu, independente da origem, classe social e educação. Qualquer judeu é capaz de servir a Deus. Mostrou que a devoção e a crença em Deus eram essenciais para a vida de um judeu. A alegria no cumprimento de um mandamento e calor e afeição no trato com os outros é a característica primordial do hassidismo. Grandes rabinos e eruditos mudaram-se para Mezibush, para se tornarem seguidores de Baal Shem Tov. Estes ajudaram-no a divulgar suas crenças e, com isso, o movimento hassídico espalhou-se por toda a Polônia. Rabbi Israel Baal Shem Tov faleceu no primeiro dia de Shavuot, aos 62 anos. Não deixou obras escritas, mas seus ensinamentos e doutrinas foram registrados e publicados por seus discípulos. A influência do Baal Shem Tov continuou com grande força, mesmo após sua morte. Atualmente, mais de 200 anos após a morte do Baal Shem Tov, o movimento hassídico constitui uma das maiores forças do judaísmo ortodoxo.